Ладно, сегодня начинаем наше первое видео с вещами, которые в Эквадоре есть. Мы сегодня вышли гулять на Авенида Насиones Унидас. И в честь Рождества поставили столько цвета на пальмах здесь, потому что здесь елок нету, а пальмы есть. Вот. Эта улица как бы одна из самых главных в Кито, столице Эквадора. Здесь находится торговый центр ССИ, который там. Находится торговый центр Караколь, который тут. Находится торговый центр ССНУ, который чуть дальше. Здесь ЗАГС. И, в общем, это центральная... Это не центральная улица, это центральный бизнес, как сказать? Это бизнес-центр, короче. Это не центр Кито, а бизнес-центр Кито. И что могу сказать? Вот так начинается, разговаривает Дэвид, эквадорец, и надеюсь, что вам понравится Эквадор. Ладно, продолжаем наше видео, как мы сказали. И все эти света, разноцветные огни в честь Рождества. Будем разговаривать чуть-чуть о Рождестве. О Рождестве. Кстати, извините за мой русский, но я уже забываю его потихоньку. А, как я вам сказал, вот пальмы. Ну, извините, елок нету. Рождество у нас 24 декабря. Это ночь 24 декабря на 25-го, где Иисус родился. Поэтому приближен. Вот звезда на каждый из этих туннельчиков. Это значит звезда Давида. Почему? Я уже не помню. Ну ладно. Что еще могу сказать сейчас? В этих улицах всегда есть всякие такие монументы. Это монументы о велосипедистах. Вот и пару фактов об Эквадоре. У нас нету подземных переходов, а есть надземные. Как мы видим, чтобы переходить улицу, нужно подниматься туда, наверх, 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 через этот спирал. И переедем на другую улицу. И еще, кстати, вот, эта машина милиции, но это не обычная милиция, это только метрополитана, там написано. Полиция метрополитана. Это значит, что такие чапы, как мы называем их, чапы, только контролируют пробки и не знаю еще. Если там вас начнут тут грабить, они вам не помогут. Да, вот, они просто скажут, нет, у меня только книжка для штрафов и все. Вот и некоторые факты об Эквадоре.